Этим летом территориальные общественные самоуправления участвовали в конкурсе проектов благоустройства на грант главы города. На средства гранта ТОС и победители должны были оборудовать в своем районе детские площадки. Сегодня чиновники решили проверить, как освоены средства. ТОС Матросовский на Пустыре построил игровую площадку. На строительство было дополнительно выделено 150 тысяч из городского бюджета. Но денег все равно не хватило. Нужно подвести освещение, завести больше песка и привести в порядок подступы к площадке. Доработки требуется очень много, конечно. У нас и в планах очень много. Вот рядом пустырь с площадкой с нашей. Мы на этом пустыре хотим разбить 27 клумб. У меня это в проекте по гранту было написано. Но мы оставили это все до весны. Там сейчас и условия, как говорится, неподходящие, осень. Мы всю подсыпку оставили до весны. Еще одна спортивная игровая площадка появилась в районе мебельного комбината возле так называемого Козьего болота. На благоустройство этой территории было выделено общей сложности 850 тысяч рублей. Но и здесь требуются дополнительные вложения. Мы посмотрели возможность развивать дальше. Вот эти площадки есть. Поэтому мы будем, и муниципальная власть, и региональная будет сегодня помогать. Чиновники рассчитывают, что пример окажется заразительным, и подобные площадки будут появляться в разных удаленных районах города. Очередные гранты на благоустройство территории будут разыграны в следующем году. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.